Здравствуйте, дорогие друзья! Все чаще начинают приходить письма от наших участников. Добрый день, Валерий! Егор Остапов пишет, сделал сайт с использованием вашего курса. Значит, давайте зайдем. Я думаю, что он еще будет доделывать. Я программист, дизайнер, хочу поделиться с вами своими наработками. Ну, Егор тут собирает. В общем, ссылка под видео, зайдете, посмотрите. Ребят, зачем я вот выкладываю это видео? Именно для новичков. Для того, чтобы у новичка было чуть побольше веры. Вот недавно, это вот я сегодня добавлял сообщение Егора, а буквально недавно писал также наш участник, это было сейчас, на данный момент это 18-й год, вот 18 февраля, сегодня у нас 28 февраля, 18 февраля тоже было письмо с благодарностью. Хотел сказать, что получил работу, взяли в банк разработчиком. Александр Галанин, москвич. Валерий Иванович, привет, как ваше, ничего, как дела? В вашей школе раньше было, потом самостоятельно изучил Джанго. Много воды утекло с того времени, хотел вам сказать, что получил работу, в банк взяли разработчиком. Уже почти 8 месяцев работаю, все нравится. Не хвалюсь, просто сказал... Хотел сказать спасибо за вашу работу, мне очень помогли ваши уроки. Ну, человек написал важное, это уже для меня, большое дело делаете. Ребят, ведь эти сообщения очень важны. Конечно, не буду говорить, кривить душой, мне очень приятно, но для меня, вот честное слово, вот очень-очень-очень важно это поддержка новичков. Ведь каждое такое сообщение, оно дает возможность новичку сказать себе, ну, у него получилось, наверное, у меня получится. Просто уникальность школы в том, что сайты-то, допустим, школа Джанго, здесь же пожизненный доступ. Занимайте себе удовольствие шаг за шагом спокойно. Вот что еще, что зацеплю. Не так давно началась тематика Kotlin плюс Android плюс блокчейн. И сейчас покажу. Уже пошли потихонечку программы. А, это наш участник предложил, куда собирать программы. Так школа, что совсем недавно началась, ну, может, когда вы смотрите уже давно, я прямо добавил эту ссылку в кабинет. Внизу. Сюда сбрасывать программы, которые написали на Java или на Kotlin. Так. И вот Александр уже сбросил код программы, которую написал в Android Studio. В Android Studio. Заметьте, как интересно поставлена вот эта вот школа. Здесь... Смысл такой интересный я вложил. Ну, конечно, это после стольких лет обучения, когда занимаюсь обучением. Здесь Kotlin дается определенным образом. Я раньше рассказывал, сейчас не буду отвлекаться, чтобы новичок смог писать и именно писать. То есть программирование с первых шагов. Сразу же мы это применяем в Android Studio и буквально после первого занятия. Когда показал, как вообще работает Android Studio, уже появилось первое приложение. Потому что вот я рекомендую вообще почитать
нажать «Быстрый старт», «Быстрый старт Kotlin», этот сайт тоже есть в описании видео, и тут исповедь программиста. Ну и действительно, первые шаги с Android Studio, они довольно запутанные, но на самом деле все очень просто. Ну вот, отдельное спасибо за первые уроки по Android Studio. Понять главный смысл – это самое главное. Поэтому, ребят, обязательно присоединяйтесь. Но мы не будем отвлекаться. Все-таки, хотя отвлекусь, ребят, все-таки еще раз отвлекусь. Решил сделать интересный курс. Не я это делаю, это ребята делают. Просто в школе есть ребята, которые... Ну, нравится заниматься, хотят изучать несколько языков. Это Сергей Осадчий. Кстати, с нуля. Смотрите, как рубит. Так вот, я начал то, что он делает. Я начал собирать в отдельную папку, чтобы для других ребят сделать курс. Вообще... Что это за курс такой? Для чего он предполагается? Ну, перед тем, как, допустим, человек приходит в школу, он дополнение получает бесплатный доступ на Python с нуля. Здесь он рассказан, ну, для детей лет 6. То есть взрослые точно понимают. Можно посмотреть вот здесь первые уроки. Это на Pro365.net. Вот начало. А дальше идут сначала первые уроки, которые можно посмотреть. А потом... перейти к платному разделу. Ну, это еще когда-то делал первый сайт, это на Moodle, Модли, или как его там. В общем, я тогда не заморачивался, поэтому потом уже появились другие сайты. И вот человек прошел весь Python. А потом, просто-напросто я вижу, что появились вопросы, и начал проводить человека по Python, чтобы он, в принципе, начал действительно соображать на хорошем уровне, набил руку, идем мы от функций. И если так прощелкать, вижу, что человек соображает, вот, придумал я задание там про зоопарк, но просто человек реально, вижу, пишет. Я думаю, что делают и другие ребята школы. Ну, кто-то стесняется. В школе ведь никто никого не напрягает. Просто получилось так, что Сергей Осадчий, ну вот надо ему и все, хоть ты кол на голове чеши. Только дашь задание, на следующий день уже присылает ответ. Ой, машина. Ну, это неплохо, это неплохо. Это очень хорошо. И поэтому я начал собирать эти задания. Вот очередное мы здесь. Встроенные функции. Сейчас я уже каверзное задание придумал. Вот он будет при помощи этих встроенных функций расширять задание зоопарк, то есть уже самостоятельно расширять. Это даст логику. И, допустим, в данном случае я точно знаю, что закладывается основа, что если человек начинает что-то писать, у него сработает. Так, надо посмотреть встроенные функции. Может, там есть то, что мне надо. И смотрю, и шпаргалки делает. В общем, все правильно. Ну, отвлекся, хоть говорил, не буду отвлекаться.
получилось 7 вод на киселе или как там. Ну да ладно. Вернемся к началу. К началу. Значит, спасибо большое этим ребятам, которые не ленятся, а пишут, как им помогли курсы. Дорогие ребята, огромное вам спасибо. Это вы делаете действительно для людей. Потому что у новичка, вот представьте новичка, вспомните себя новичком. У новичка есть только смутное вот это сомнение, желание, чтобы получилось, желание написать все, а потом с изучением языка вдруг все это превращается неизвестно в что, пока человек определится. Так вот, в школе этого не происходит. В школе происходит то, что действительно появляются продукты. И благодаря вот ребятам, которые не поленились представить свои работы, которые они сделали, им помогли курсы, конечно же, это большой заряд для новичка, который посмотрит, скажет, ну у меня тоже получится, я тоже смогу. Конечно, ребята, сможете. Потому что в этом смысле школа действительно уникальна. Занимайтесь в своем ритме, не торопитесь, шаг за шагом. Но все-таки на данный момент я рекомендую, опять же, ссылки есть, перешли на сайт под описанием видео kotelklang.spb-tut.ru, исповедь программиста, прочитайте внимательно. Просто я пишу выгоды, если вы начнете изучать два языка. Ребят, вы будете так далеко по сравнению со мной. Вот если бы я пошел тем путем, который сейчас понял, то через 8 лет я был бы намного дальше. Поэтому теперь нагоняю. Ну вот, то, что я хотел рассказать, я рассказал. Спасибо.